Бог и здоров, дорогие друзья, добро пожаловать на «Шахриты кофе», и сегодня у нас 24 марта. Спасибо, что присоединялись к нам. Спасибо, что участвуете в наших разговорах и в наших молитвах. Сегодня я хотел бы говорить о теме, которая очень касается часто нас, людей. Когда нам говорят, вот перед твоими глазами, посмотри, это прямо у тебя перед твоими глазами. Я хочу почитать местописание от которого мы оттолкнемся сегодня для рассуждения. Исайя 43,8. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Интересно, что этот оборот вот, очень часто Ишуа использовал, что есть люди, которые слушают слово и не слышат. Один из примеров таких я пережил сам, вот буквально недавно, когда-то я спросил Татьяну, вот некоторое время назад, мы собирались, я говорю, послушай, мне нужна моя рубашка, которая любимая. Она сказала, она там, перед тобой. Я зазлез в свой гардероб, я перерыл каждую, то есть пересмотрел каждую рубашку, которая висела. И знаете, к моему большому удивлению, я не вижу. И я говорю, дорогая, я ее не вижу знаете, что произошло дальше? Конечно же, хозяйка из хозяйка, она пришла и сразу же, буквально, буквально сразу показала мне, говорит, вот, это перед твоими глазами. И я понимаю, что женщины чаще лучше видят это, чем мужчины. И это факт. Я хочу сказать, чтобы мы понимали, что так же бывает и в духовной жизни, которую мы переживаем. Исайя 43, 2, 18, извините, говорит так, Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Ой, как это интересно. Можно ли так жить? Видеть, иметь глаза и не видеть? Иметь уши и не слышать? Конечно же. Это немного странно сказать людям, э, слушайте, вы глухие слушайте, но этот оборот очень часто Иисус... Ишуа, он использует для того, чтобы донести позицию, что и бывает так, что мы читаем Писание, мы смотрим э, в Слово Божье, и вдруг понимаем, что мы ничего из того, что мы прочитали, не только не поняли, не вообще как, бы, как будто оно стерто было каким-то невидимым э, моментом. Вы знаете, странно, пророк, Исайя здесь показывает, что люди могут быть глухими при своей полноценной, полноценном здоровье. И это момент в том, чтобы мы внимательно читали Писание. Когда-то у вас было такое, что вы будут на собрании, на служении через, может пару рядов или там через а, а, несколько а, метров. Вы видите ваших друзей, и вы пытаетесь им э, помахать рукой, поприветствовать их и сказать, а, здравствуйте, а в ответ, как мы говорим часто, тишина, никакой реакции. И вы думаете, ничего себе, вот они смотрят на меня прямо и э, что, не видят? А оказывается, что они замечтались. Вы знаете, в нашей верующей жизни, нашей обращенной к Богу жизни, возрожденной жизни, нельзя быть мечтателями. Нельзя просто не видеть то, что Бог хочет показать нам в сегодняшнем дне. Мы не можем оставаться в состоянии слепоты или глухоты. Поэтому Бог хочет, чтобы мы пристально смотрели в Его Писание. И эм, я хочу говорить такие моменты, как когда я иногда смотрю Писание, могу ли я сказать себе, что я просто не вижу то, что Бог мне хочет показать? Конечно же, может. Может быть такое, что мы видим слово, которое мы ищем для своего жизни на сегодняшний, на сегодняшний день, и реально не понимать, что Бог хочет показать. Мы должны молить Бога и обращаться к нему, чтобы Он снял с нас пелену, может быть, того, что мы не видим тех вещей, которые Бог хочет показать через Писание. И поэтому Сегодня моя просьба к вам не просто читать Писание, попытайтесь его всмотреть и применить в своей жизни. Может быть, это ответ для сегодня вашей жизни. Может быть, сегодня это ответ тот, который вы ищете. Я бы хотел помолиться за вас, чтобы и за себя также, за то, чтобы глаза мои были открыты и уши мои слышали то, что Господь говорит сегодня. Давайте помолимся. Господи, благодарю Тебя за предоставленную мне возможность слышать Слово Твое. Вразуми меня сегодня, когда я читаю Твое Слово, чтобы я мог полностью видеть и слышать то, что Ты говоришь мне. Помоги мне остаться сосредоточенным в Твоем Писании во имя Ишуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга, молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям или же пасторам или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.